научно-просветительский проект «Наука.Про». И я вижу, что вы уже открыли конверт. Победителем в номинации «Лучший научно-популярный проект года» становится... Становится лучший научно-популярный проект года «Курилка Гутенберга». Мы, к сожалению, не можем пригласить на сцену самого Иоганна Гутенберга, поэтому награду получает руководитель проекта Роман Переборщиков. Подождите, сейчас музыка закончится, и вы сможете сказать. Вот теперь самое время. Я хотел бы попросить пригласить на сцену моих коллег-товарищей, с которыми я делал данный проект. Они находятся здесь, в зале. Я хотел бы, чтобы они вышли, чтобы показать, что я не один единственный представляю данный проект. Выходите, пожалуйста, на сцену. Всего зала. Я хочу сказать спасибо, во-первых, вам, потому что без вас не было бы никакого проекта, и тем людям, которые сегодня не смогли присутствовать, потому что в нашем проекте принимают участие сотни людей по всей стране, в 42 городах по всей России за эти 5 лет практически. И хочу поблагодарить, во-первых, еще своих коллег, товарищей из других проектов, с которыми мы работаем, в том числе и государственными учреждениями, родных. Каждого, наверное, каждый вид порадуется за своих родных сегодня. Спасибо большое вам за то, что вы оценили нашу деятельность. Мне больше нечего сказать, потому что мы, как бы, рано или поздно, наверное, должно было случиться. Вот случилось на 5-й год существования проекта. Поздравляю вас еще раз. Михаил Михайлович, Ольга Юрьевна, поздравляю вас с Днем Российской Науки. Спасибо вам большое.